Городец вновь прозвучал на российском уровне. На этот раз высокую оценку получило строительство второго здания, или как его еще называют, технологической зоны номер 2 Федерального центра обработки данных. Объект признан проектом года и главным победителем премии Russia Data Center Awards 2020 авторитетного конкурса проектов в области ЦОДов и облачных сервисов. Было отмечено, что большая часть решений в Городецком центре – это многократно проверенная классика ЦОДостроения. Технологическая зона номер 2 построена по самым современным технологиям. Здесь применены самые лучшие разработки. Поэтому надеюсь, что и обслуживать, и эксплуатировать ее будет очень хорошо, удобно и надежно. Центр обработки данных, их всего два для сведения в России, государственных я имею в виду. Центр обработки данных оказывает сервис-услуг для ФНС, для Минфина, для казначейства и для других бы организаций оказывал, если бы они зашли в нашу систему. Второй корпус ЦОДа был построен за 3 года. Сумма инвестиций составила 2 миллиарда 350 миллионов рублей. В настоящее время продолжается его оснащение. Планируется, что в полную силу центр обработки данных заработает в ближайшие полгода. Появится порядка 40 новых рабочих мест. А в перспективе, возможно, по соседству будут построены еще и 3-й и 4-й новые корпуса.